За тобой приедут? Да. Ты сейчас не выходи на улицу, и она там очень сильный ветер. Опять туфан начался. Я слышу, прям двери дергаются. Я выглянула, там очень сильный ветер. Ну расскажи, куда ты идешь? Вернее, вы. Куда? Он дома будет, да. Все это? Ну, это как открытие дома, да, новый дом они построили, да, же да. Что? Это как вот новый дом, когда строятся, да, как перед новосельем. Как большой дом. Ну, они же очень богатые, ты же говорила, что у него уже и машина своя, мальчик таким возрастом, как ты, на год только старше. Ты видела его дом? Ты была уже там? Да. Была? Ну и сегодня, получается, у них как будет открытие, и большая пуджа будет, да, молитвы для то, что бывает обычно перед открытием дома. Ну что, вы что-то дарите все-таки или нет? Не знаю. Не знаешь? Hello? Ну встань, я хоть тебя покажу немножко, твой дресс. Янусь, встань, я хоть покажу твой дресс, хорошо, покрутись. Потому что девочки любят всегда очень дресс посмотреть. Ну, этот, конечно, традиционный, такие вот, это называется джути. То есть это такая вот тоже традиционная обувь. Ну, а сегодня же там ужин для всех в честь праздника. Вы придете к тому времени да. или нет? Да? Будете присутствовать? Ну, я, кстати, сегодня очень болею. Сейчас вот я напилась лекарства замораживающее. Раджеш мне принес, только поэтому я могу разговаривать, скажем так. Пока я отказываюсь идти на ужин. Есть я точно ничего не смогу, Яна, это 100%. А разговаривать тоже много не хочу. Там будет много гостей, естественно, ко мне будут все обращаться. Поэтому разговаривать я много не хочу. Я попытаюсь до завтра как-то себя привести в порядок. Ты мне, Яночка, если что, на ужине ты поснимай видео для всех. Сегодня ты будешь моими руками и глазами. Хорошо? Чтобы я немножко показала. Там, ты говоришь... Там, говоришь, ты музыканты тоже будут, да? Кого-то они там... Ну как, Яна, со всеми придется разговаривать, Доня. Ее тоже родственники придут, они все меня знают. Конечно, придется. Но я посмотрю еще. Еще выпью, может, пару раз. Лекарства, может, мне, конечно, полегчает. Вот ты видишь, сейчас я хоть разговаривать начала. Я выпила 3-4 раза вот это лекарство. Приветики всем еще раз. Решила все-таки показать вам себя. Хотя совсем нехорошо выгляжу, вижу это, ну, в общем-то, напилась лекарства, мне немножко лучше. Боль, конечно, страшная, но Раджеш уже 10 раз позвонил оттуда, и говорит, приходи, потому что очень неудобно получается. Говорит, ты приди хотя бы на полчаса, ну, хоть на часик, ну, хоть просто покажись и уйди. Поэтому, ну хоть как-то нужно, в общем, пойти мне туда на мероприятие. Потому что это, конечно же, наша прямо вот семья, и действительно получается просто очень неудобно. И решила показать вот вам свой костюм. Кстати, самый первый раз одеваю, это полностью вот костюм такой одинаковый. Ну, чуни вряд ли я возьму, это просто я хотела показать вам ансамбль. Сегодня будет больше коктейль-пати, как бы будет нетрадиционная вечеринка. Там даже, я знаю, пригласили... певцов, гитаристов, в общем, будет музыка, но так как из дома Неги приедут 12 человек, и, конечно, будут взрослые, старшие, то я джинсы однозначно одевать не хочу, потому что это будет не очень удобно, как бы при взрослых, старших людях, в общем, щеголять в джинсах. Поэтому я решила одеть все-таки вот такой суд. Он как бы и не особо традиционный, ну, то есть такой достаточно скромный, как бы и не назовешь его прям таким традиционным, не строгий. Ну, в общем-то, пойду посмотрю на месте, что и как будет. В принципе, в нашем доме джинсы особо никто и не одевает. Так что, если я и одела суд, я особо выделяться как бы не буду. Ну, что ж, пойду я туда. И посмотрю уже на месте, что и как будет. Класс, красиво сделали. И больше всего нравится мне то, что музыки пока нет. По крайней мере, я могу здесь поснимать. А то обычно бывает музыка такой сильной громкости, что просто невозможно даже ничего снять и ничего рассказать. Say hello.
здесь пригласили музыканта. У нас живая музыка сегодня. Это вот семья Неги, братья, двоюродные, троюродные. Музыкант все до сих пор никак не начнет музыку. Я все жду. Здесь вот наши все устроились, компашка. Наши по ивентам, которые приехали, которые устраивают ивент. Здесь у нас еда, сейчас посмотрим. Кстати, специально сделали в парке для того, чтобы именно нега тоже могла присутствовать. Иначе вообще женщину не выпускают в этот период даже из комнаты. Вот она, наша красавица. Кстати, в последнее время вот такие вот костюмы очень в моде. Вот такие вот брючки типа и как рубашечки. Я, кстати, вообще без понятия, что у нас с едой. Ну, здесь, наверное, еще... Да, здесь пока еще пусто. Я так думаю, пока еще... Пока еще только... Здесь только сейчас как закуски идут. Но здесь тоже пока пусто, я смотрю, все закончилось. Сейчас приготовят и поднесут. Объявлен перманент вали угы. Hello. The house what you say? Hi, hello, Karo. На русском. 20. Но они шутят про возраст, потому что Раджешу все говорят, что он младше выглядит. Он выглядит младше, но на самом деле Раджеш получается выглядит младше. Ну здесь у нас кухня. Внутри я заходить не буду. А? Ага, то раз абанаунги кяуги, то это помощница у них в доме, которая здесь, она, кстати, и живет. Она прям здесь в парке и живет, там сзади ее домик маленький. Ну, домик там такой скромненький, из одной комнаты. Говорит, кстати, спрашивает, ты что, не зайдешь в кухню, не поснимаешь? Говорю, зайду, конечно, поснимаю, почему бы и нет. Это же наша вечеринка в нашем доме, поэтому здесь я могу все. Здесь мне никто не может запрещать снимать, что-то показывать. Кстати, там еще не все закуски. Смотрите, здесь заготовки такие уже сделаны. Я так понимаю, это гарлик хлеб, чесночный хлеб. Там уже готовят еду. Вот здесь сейчас, наверное, будут жарить вот эти вот котлеты, панир, чили. Отсюда все и принесут. Только я не понимаю, почему он, конечно, руками это все делает без перчаток. Ну вот поэтому лучше на кухню вообще-то и не заходить. Потому что насмотришься, потом вижу, что вот то, что позаканчивались, они принесли. Сейчас наполнят и понесут туда. Выхожу. Все ходят туда-сюда. Все приехали наши девочки, дочки, сестры, все с детьми. Поэтому детей у нас очень много. Приятненько сделали, так здесь хорошо. Такой сетап хороший. Я, кстати, очень люблю вот эти лампочки, гирлянды. В последнее время все так делают. Очень приятно и хорошо получается. Bas ek chaan zulf ki,
बस गिलेगा प्यार की पुकारता जाऊं मैं सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से खड़ा उतर के आ गई जमीन पे सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से खड़ा उतर के आ गई जमीन पे रही यही लगन तो ऐ दिले जवान असर भी हो रहेगा एक हसीन पे पुकारता लौट आइए करार करके हमें भूल जाइए आपको हमारी कसम लौट आइए нашей сестры. Hello. Нашей сестры двоюродной. Ней-ней, матка роет. На, итна матка роет. प्यार से कसने को बाहों में बसने को जो मेरा लल जाए कोई तो आ जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो मिल मिल अंबर पर चाहते दुर्बा बुरा ये जादू Надоели медленные песни, люди уже разогрелись, немножко выпили и хотят дискотеку. Уже начали говорить певцу, что поставь нам через мобильник какие-то песни. Вот мы дают ему послушать, что пой что-то более такое веселое, зажигательное.
Again.